В рамках чемпионата России мужской суперлиги на своей площадке «Красный Октябрь» принимал «Рускон Мордовию» из Саранска. Матч выдался не из легких. Краснооктябрьцы неудачно начали поединок и проиграли первую четверть 19-30. Невозможно играть 30 минут, быть жестким-жестким, потом провалиться и потом опять. Это очень занимает много времени и сил. И вот, и видите, в конце у меня даже не было тайм-аутов, чтобы постановить, чтобы сократить. Много причин. Много причин. Но одна из них, конечно, это вот выключение ребят и как бы, как называется, потери и легкие очки из-под кольца. Оставшееся время матча «Красному Октябрю» приходилось отыгрываться. Усилиями Бойко, Комиссарова и Кравченко волгоградские спортсмены сумели выиграть две четверти, а четвертая завершилась ничью. Болельщики активно поддерживали любимую команду. Мы только за то, чтобы команда возродилась и играла лучше всех в этой лиге. Несмотря на приложенные усилия, краснооктябрьцам вырвать победу у команды «Рускон Мордовия» не удалось. В итоге обидное домашнее поражение 68-71. Следующая игра «Красного Октября» состоится 23 ноября с баскетболистами Рязани.